Ребятулики, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале. Продал только что редчайшие монеты. Всего лишь полгода назад они стоили копейки, сегодня они стоят очень серьезные барыши. Я всегда говорю своим ученикам и тем, кто только заходит на канал, не нужно совершать самодурство. Люди, которые приходят в нумизматику, в антиквариат, да и вообще в любой бизнес, стараются ничего не вложить, стать экспертами. Но такого, друзья, не бывает. Нужно потратить время, усилия. И для того, чтобы стать экспертом, нужно очень много работать. Инвестирование в монеты – это одна из самых серьезных, трудоемких и прибыльных дел, как и многие другие бизнесы. Поэтому для того, чтобы стать поистине монополистом и вообще работать в этой сфере, нужно знать, как продавать, куда вложить, как продать, где купить. Для этого я занимаюсь нумизматикой и вам показываю, что сегодня актуально. Значит, что я продал? 10 монеток – это штамп 22BAM, соотношение 4 ягод с малым гербом, кто не знает. Малый герб и 4 ягоды. Вот такое соотношение. Сегодня на аукционах Виолити минимум монета стоит 100 гривен. Это минимум. Найти монету уже практически невозможно. Буквально 2-3 недели назад она стоила 50-70 гривен. Вот такой коллапс происходит, потому что монеты нету. Ну и вот такая прелесть 3.1 AAM монеточка на центре герба. Вот такой отросток с левой стороны. Вот эта монеточка очень редкая, тоже инвестиционная. Ну вот такие продажи, друзья. Не нужно завидовать, нужно брать уроки и зарабатывать хорошие деньги. С вами король нумизматики, бог антиквариата, Golden Boy, перекупщик.